Поехали прокатимся. Машина на морозе стоит уже неделю уже. Как бы аккумулятор не сдох. Вот у нас трактор там чистит в гаражах. Поехали. В гараже было ноль. Сейчас уже показывает минус 4. Наверное, минус 10 каких есть, только выехал. Ну вот, на улице минус 5. Газированная вода, которая у меня в умывайке залита, да, она не замерзла. Сейчас концентрат куплю и тоже газированную воду буду наливать с концентратом. Так лучше. Вон какие окна чистые. И вот газированная вода, не замерзшая. Все, чистое стекло. Ну что, кофейка попьем? Попьем. Кофеек. Какой стаканчик новый уже, новогодний. Пора бы уже, наверное, собирать коллекцию стаканчиков начать. Да, точно. Ну что, кофейка попили. Едем в депо. А вот впереди магазинчик депо. Сколько этот магазинчик денег забирает? Ой-ой-ой. И все надо, надо, надо. Опять снег пошел. О, замело меня. Снег опять пошел. Вот теперь-то скользко на дороге. Утром было не скользко. Классно было. Сколько у нас там скорость разрешенная? 90. Скользко. Снег. И 6 километров. Ого. Показатель какой интересный. Прямо аж все табло работало. Ну, сейчас мы уточек едем кормить. Ой, сколько снега. А Ванга же круче смотрится, больше тут снега. И вон снег пошел. Скользко на мосту будет. О как! Нормально. Снег почти закончился. Идем к уткам. Подходим. Где утки? На месте. Ну что, шурки покормим? На. Не подходит сегодня что-то.
Ну все, у меня зерно закончилось. Все, вот, доедает. Поехали в гараж.